Традиционно фестиваль начался молебнами в память о воинах, которые погибли в битвах за Отечество. Но где искать рыцарей в мирное время? Сегодня есть у нас и рыцарей много, и тех, кто хлеб растит хороший, убирает. Их очень много людей, мы просто не всегда их замечаем. Особенно среди молодежи. От центральной площади города до Замковой горы развернулась ярмарка. Свои товары предлагали ремесленники. Большой популярностью пользовались импровизированные экскурсии в подвалы и башни Кармелитского костела. Но главное, события развернулись именно на замчище, где почти 300 реконструкторов стали лагерем. Что ищут здесь мужчины сегодня? Силу ищут, справедливость. А вам не страшно вместе с ними-то находиться? Нет. Не страшно, это моя защита, мои помощники. Честность, благородство рыцарю всегда должно было отличать. Но это же везде известно, что, как говорится, при женщинах оружие свое не обнажали, правильно? Вот, поэтому рыцари именно здесь сейчас. Да оно и среди наших мужчин, я думаю, еще не перевелись еще рыцари. А сколько вам лет, если не секрет? 54. И сейчас любого молодого поборю. За 2 дня сотни зрителей насладились песнями и танцами эпохи Средневековья. Увидели рыцарские турниры, бугурты, бои по-честному при 30-градусной жаре. При этом надо понимать, что на каждом рыцаре около 20 килограммов доспехов. Чувствуете себя как крестоносцы в Палестине? Примерно да. Только крестоносцы, рыцари ездили на лошадях, а тут приходится пешком. Прекрасная дама пани Галинка из Березинского клуба «Красный лис» готовит к бугурту доблестного рыцаря, приводит в порядок амуницию. Я помогаю надеть доспехи. А не жалко его? Сейчас же бугурты бить будут мечами. Рубить, рвать на куски. Ну, до конца не убьют. Так может его в палатке спрятать? Нет, не надо. Почему? Он у нас не трус. И все же, где искать настоящих рыцарей 21 века? Победитель турнира лучников, 36-летний Александр Кряжев, имеет по этому поводу собственное мнение. Рыцарь, каждый мужчина должен постараться его найти где-то в каких-то дебрях своего потаенного, бессознательного, его вытащить и не терять.